Приветствую всех на YouTube-канале Never Stop. Меня зовут Барсуков Андрей. Сегодня у меня в обзоре Cherry Tiggo 8 Pro. До этого я целый месяц катался на Cherry Tiggo 8, причем это было почти год назад, и тогда я сказал те вещи, которые мне не нравятся. Также передал их представительству. Эти вещи были первые. Это коробка-вариатор. Возможно, да, каким-то извращенцам нравится коробка-вариатор. Возможно, она нравится кому-то в совокупе с 2-литровым турбированным мотором. Но не мне. Мне она не понравилась. Потому что у нас происходит, когда мы садимся на Cherry Tiggo 8, 2 литра, вариатор, и решаем нажать газ в пол, или тем более обогнать кого-то по трассе, или тем более разогнаться на большую скорость, да, что у нас происходит? Надувная лодочка, моторчик, поехали! Бесконечный звук одной передачи, который просто нереально раздражает. Да, она заехала свои паспортные данные. Динамика была вполне приятной. Здесь динамика заявлена быстрее, потому что ребята одумались и поставили сюда 1.6 турбо. Турбина Honeywell хорошо себя зарекомендовала непосредственно на Cherry Tiggo 8, потому что у нас нету каких-то отзывных компаний по турбинам, которые случаются даже у BorgWarner. То есть на ВАГе все знают, что BorgWarner IS-20 это самая ломучая штука на свете, да? Ну и помимо этого, что у нас получается здесь с разработками? Это уже третья модель, то есть третье поколение двигателя. Разработана она у нас сейчас совместно с австрийской компанией AVL, если я не ошибаюсь. И китайцы вкладываются в свое развитие. Коробка. Робот китайский, да. То есть, с одной стороны, звучит страшно. С другой стороны, на то и на это, точнее, на то гарантия 7 лет. Что должно нас подкупать? Ну и также, помимо этого, в коробке использованы запчасти от компании Getrag. Они проверены временем. И они будут ходить еще очень-очень долго. Это нас должно очень сильно подкупать. Вместе с 7-летней гарантией. Ну и как мы видим, по сравнению с моделей, которые буквально там год с небольшим, у нас выходит новая, и здесь уже сразу все подорабатывали. Ребята стараются держать марку. И я думаю, что в скором времени у них получится не просто держать марку, а стать теми машинами, про которые не говорят, что уши хуйня. Китаец, не надо покупать китайца, это неинтересно. Купи себе старую бэху. Хуйня, ну хуйня. Ковыряйся с ней в гараже. Я думаю, нет. Люди будут говорить, зачем мне старая бэха, пойду я лучше куплю нового китайца. Возможно, это будет правильно, возможно, нет. В дальнейшем мы увидим. Сейчас на этот вопрос никто не может, к сожалению, ответить. Потому что модель вышла недавно, ее только начали покупать. И какие-либо возможные косяки, которые с ней будут, они, соответственно, начнут вылазить. Но в любом случае их будут, а, быстро устранять, б, их будут устранять 7 лет. Расход. За 2000 километров на этой машине 11 литров средний. Вот, пожалуйста. То есть вот. И учитывая, что я на ней езжу 2 дня, в принципе, он вполне себе таковым является. Ну, также, естественно, бак. То есть бак все-таки маленький. На такие машины нужно ставить бак 70 литров, 80 литров. Эти машины, они все-таки для каких-то дальних поездок, для большой семьи. И здесь же мы опять видим бак, наверное, в 50 с небольшим. Почему, наверное? Потому что, а, я не прочитал технические характеристики, б, я заправил ее на 1500 рублей, он почти полный. А это говорит о том, что бак явно маленький. С одной стороны, приятно на 1500 штуки в нынешнее время заправляться и видеть, что, ох, почти полный бак. Аж прям душа греется. Потому что топливо у нас сейчас стоит 56 с чем-то рублей сотое в Москве. А это немало. Когда мы приезжаем на заправку, если мы посмотрим с вами в инструкции по эксплуатации, мы увидим, что мы можем заливать второй бензин. Но это турбомотор, это 1.6, это нагруженный мотор. И вот я не могу наливать второй бензин, я наливаю пятый. То есть я просто заливаю обычный пятый бензин, без всяких там пульсаров, и не парюсь. Но при желании могу налить еще второй. На Cherry Exceed, там TXL, да,
подвеска лучше и интереснее, но это другая машина. Эта тачка вроде как заточена больше под комфорт, и, возможно, именно поэтому здесь поставили такую вариацию подвески, но, как по мне, это чересчур мягко. То есть все-таки должна быть устойчивость, должна быть стабилизация. И раз уж мы говорим про стабилизацию, стабилизация курсовой устойчивости здесь прям сильно парит голову. Смотрите, я стою на светофоре, у меня включен кондиционер, у меня сейчас липучка, на улице плюс 14, я просто нажму газ в пол, и вы увидите, насколько часто начнет моргать электроника. То есть вот я сейчас даже вот так сделаю. То есть, как вы понимаете, я разогнался до 80, а электроника все еще продолжала моргать и душить этот автомобиль. Причем она его продолжала именно душить, конкретно так. И вот здесь у меня вопрос. Она весит очень много. Мотор не такой прям мощный. Помимо этого, он 1.6. Да, турбо, но... А что у тебя там буксует? Оно не буксует. Она чересчур какая-то... Слишком заранее все делает. И дело в том, что в паспортный разгон 8,9 до сотни я из-за этого начинаю не верить. Потому что я вижу, насколько сильно вмешивается электроника, и понимаю, что при таком раскладе маловероятно, что она поедет 8,9 до сотни. Что является, между прочим, самым быстрым временем в своем классе среди таких семиместных автомобилей. То есть для сравнения тому же Кодиаку это не снится. Там даже на чипе двухлитровый дизельный Кодиак, по-моему, так не едет. Даже с ланч-контроля, кстати. Потому что мы, когда гоняли с Cherry Tiggo 8 стоковым, я еще умудрялся обгонять его. Кодиак, в смысле, двухлитровый, дизельный, чипованный. Вот такая вот история. Моторочка, давай, моторочка! Слушай, он не догоняет. Он не догоняет, он отстает! Ты прикинь, он реально не догоняет, 125 ехал. Понятное дело, что в комментариях многие недовольны, считают, что тест-драйв купленный, китайцы опять вылезаны и так далее и тому подобное. Недовольные будут всегда, я даже ничего не хочу объяснять. Но у меня другой вопрос. Многие сейчас 100% пишут про Шкоду Кодиак, и она божественная, она на полном приводе, надо ее купить и не париться, зачем нам китаец? Это мнение имеет место быть. Почему нет? Кто-то купит Шкоду, кто-то нет. Но давайте с вами просто рассмотрим ценообразование, да? То есть здесь у нас 2200, да, за новую машину, да? А что у нас с Кодиаком? Причем мы посмотрим сразу на Авито, бэушный автомобиль, да? Для того, чтобы убедиться в том, что стоимость-то очень разная. Так, мы сразу видим 2449. Зашли на Авито, сразу видим 2449 за 20-й год. Получается 6000 км пробега 2700 уже стоит. И вот тут 35000 км пробега 2460. Ну, как бы уже дороже, учитывая, что тачка бэушная, на ней прошли все-таки почти 40 тысяч. Что с владельцами? Владелец 1.2.0 TSI, полный привод, 180 сил, ставил пакет. Ну, как бы 35700 пробега, точнее буду, да? Уже хорошо. Что у нас тут? 6 записей в истории обслуживания, 8 записей в истории пробега. О, два раза она продавалась на Авито, да? Это интересно для нас. Поэтому мы покупаем отчет. И я вам сейчас объясню, для чего. То есть сейчас мы в первую очередь убедимся с вами, сколько этот автомобиль стоил, когда его только купили, потому что собственник-то у нас один. И помимо этого посмотрим, за сколько он его сейчас продает. А это вот будет очень интересно. Вот, пришел уже отчет. Все правильно, 2 литра, 179 сил. Так, ограничений нету, один владелец, ДТП нету, оценки все отлично, 6 записей, все круто, страховых выплат не было, тачка, все зеленое, все круто. Но вот что нас интересует. Размещение на Авито, тут по факту уже даже 3 раза. 2250 ее купили у дилера в Минводах. Ее купили, получается, в 2019 году, 20 мая. Потом машина продается 11 февраля 2021 года уже за 2320. То есть ей подняли ценник, наездив на ней 3000 километров. Вот что творит современный рынок, да? И сейчас ее продают в апреле 25 числа уже за 2460. Ее купят. 500 000 рублей практически, между прочим, стоит автомобиль. Ну, что у нас тут по обслуживанию? Все клево есть. Был у дилера, да, много раз. Пробег отличный, график это подтверждает нам. И в целом это все клево. Тут собачки уже прибежали.
Проверяйте автомобили перед покупкой обязательно через автотеку. Покупайте их на Авито, потому что это экономит кучу вашего времени, и вы можете посмотреть, что для вас интересно, а что нет. И уже отсеять на начальном этапе какие-то варианты, для того, чтобы не ехать в другой город и потом расстроенному оттуда не возвращаться на поезде, ввиду того, что что-то пошло не по плану. А мы с вами переходим к дальнейшему обзору Cherry Tiggo 8 Pro. Секунд 0-100. Что в своем классе самое быстрое? Да не, водинка идет. Шкода Кодиак так не едет. Ну и давайте, раз уже мы заговорили про Шкоду Кодиак, сравним их сразу. Эта машина практически во всем лучше, чем Шкода Кодиак. В чем она хуже? Это не Шкода. То есть это китаец, и к нему изначально будет предвзятое отношение. Типа, блин, ну это китаец, он сгниет через год, сгниет через два, а у него что-то сломается, это робот. Робот хоть и мокрый, хоть там все и размыкается, это все равно рыганет. Как бы о чем мы говорим? Мы говорим о том, что Cherry вместе с моделью Cherry Tiggo 8 Pro сказала нам, 7 лет официальной гарантии, 200 тысяч километров. У кого-то в России есть такая гарантия? Ни у кого нету. Я не нахваливаю, но они молодцы, они уверены в своем продукте. И покатавшись на ней, да, всего лишь 2 дня покатался, я вижу, что это все сейчас работает гораздо лучше, чем работало в Cherry Tiggo 8. Но все же, я думаю, что китайцам стоит уделять чуть побольше внимания некоторым аспектам и моментам. Потому что пока что мы с каждой новой моделью видим улучшение, но вот это вот, как я сказал, это работа над ошибками. И поэтому она не вызывает там каких-то там прям нереальных эмоций, типа, вау, что-то новое. Да, ты садишься, видишь все эти мониторчики, видишь климат-контроль, который там выполнен у нас непосредственно тачево. Но во всем этом прогрессе есть еще и небольшие минусы. Пойдемте поговорим чуть-чуть про салон. Это меня бесит на всех современных марках и моделях автомобилей. Вот это вот так называемый рояльный лак. Это черная глянцевая штука, которая моментально залапывается, моментально зацарапывается. Если уже мы купили машину с такой ерундой, вот все, что мы можем себе позволить самого правильного, это поехать в детейлинг и все это заклеить бронью, чтобы это хотя бы не зацарапывалось. В идеале, наверное, где-то найти еще матовую пленку, как клеится на телефоны, чтобы это не залапывалось. И тогда это будет, конечно, получше и поинтереснее. Что мы еще можем интересного про это рассказать? Посмотрите, пожалуйста, на эту божественную ручку переключения передач. Я даже сейчас возьму камеру и постараюсь вам показать, как я ее вижу. Вот она вам ничего не напоминает? Немножко заостренная, штучка вот здесь, округлая и с такой вот подчеркивающей шляпой. Так вот, да, она немножко нам напоминает как бы то, что типа, вот держитесь за меня, вот вам, я не сломаюсь. Потому что действительно над роботизированной коробкой передач поработали во славу, скажем так. То есть мало того, что ее разработали, мало того, что это все сделалось там совместно с Гитрагом, да, у нас получается вполне приятная надежность, и они подумали, что надо обязательно размыкать сцепление. Потому что вот, допустим, у меня была Audi с DL501, да, и вот там была проблема в том, что она не размыкала до конца. То есть там прям чувствовалось, что машина стоит в напряжении, в то время как DQ200, обычно 7-ступенчатая, непосредственно у нас сухая коробка на Шкодах, она размыкает все отлично. 250-ка, по-моему, тоже размыкает. Но что бы еще хотел сказать? Продуманность автомобиля. Смотрите, вот у нас есть площадка, да? Она вот так ездит. Она, кстати, уже зацарапанная, 2000 км пробега всего лишь. Сюда у нас помещается телефон. Телефон я оставил в багажнике, поэтому не покажу. Но внутри у нас есть USB-выход, да? И казалось бы, то есть мы вставляем провод, USB-выход. Я думаю, мужик, который придумал USB-выход, он сейчас гробу перевернулся, потому что мне пришлось 3 раза перевернуть, чтобы попасть правильно. И вот тут у нас есть, ой, вуаля, специальная прорезь для того, чтобы этот шланг не передавливало. Не шланг, а провод, извиняюсь.
Все шевелится, туда у нас также непосредственно подходит кондиционерчик, то есть это все у нас охлаждается, это приятно. Здесь у нас ниша, в которую можно воткнуть, кстати, тоже телефон, я ей пользовался, удобненько. Так, это у нас, видимо, может даже для ключа, похоже. Ну и помимо этого, там у нас показано, что надо кидать ключ туда, если вдруг она не заводится. Такое, конечно, вряд ли будет, но все возможно. Но я хочу поругаться вот на эту нишу подстаканников. Я понимаю, что это уже так, я докапываюсь, но, блин, короче, они не самые удобные на свете. Здесь все немного ходуном ходит, и так как они пластиковые, оно чуть дребезжит. То есть есть такой небольшой момент. Там у нас непосредственно находится зарядка беспроводная, то есть в плане напичканности электроникой. Вот что тут есть? USB выхода, порты, подключение телефона к головному дисплею для того, чтобы сюда транслировать фильмы, причем даже при движении, там прям галочка, если это убирается. Все это не составляет никаких проблем для китайцев уже очень-очень давно. Вот смотрите, пожалуйста. Во-первых, это все шевелится, это прикольно. То есть, если открыть дверь водительскую, нам показывается, что она открылась. Если покрутить колесами, показывается, что они крутятся. Причем камера изменяет свой вид, ну, как бы показывая нам, где бордюры, чтобы мы ни во что не ударились. Вот. И помимо этого, мне очень нравится качество самих камер. То есть, посмотрите, пожалуйста, если мы включим качество камер, мы увидим, что качество достаточно жирненькое. В отличие от современных, допустим, Audi. То есть мы возьмем современную Audi, и там камера будет, ну, просто в два раза хуже. Вопрос. Машина стоит более 5 миллионов рублей. Почему в ней такая паршивая камера? Но в салоне есть такие вещи, которые я считаю крайне неудобными. Первое. Заднее зеркало. С одной стороны, оно такое, типа, как фишай, широкоформатное. Такое оно прям отдаляет, знаете, как газельки ставят, да? И получается, с одной стороны, ты видишь всех, кто у тебя сидит, всех семерых, если надо. Но с непривычки, ты когда в него смотришь, у тебя башка начинает болеть, потому что, ну, непривычно, оно не как обычные зеркала, оно реально сильно отдаляет, и машины, которые едут за этим тебя, кажутся такими муравьишками далеко где-то, ты даже не понимаешь, сколько до нее. Но это все, скорее всего, вопрос привычки. И мне очень не нравится вот эта вот климатическая панель. Объясню почему. Смотрите, вот у нас климатическая панель, и мы на нее нажимаем, к примеру, вниз, да, я не попал, я нажал на синхронизацию. Я еще раз нажимаю, я не попал, она не жмется, либо я не могу попасть. То есть вариант у меня один, это брать и вот так вот ее крутить. И мне это неудобно. То есть если бы здесь была обычная крутилка, я бы сделал это в два раза быстрее, в три раза быстрее и без заморочки. Помимо этого, это все не было бы заляпанными пальцами. Да? Но также у нас есть тут дополнительно кнопочки. То есть вот для таких извращенцев, как я, есть эти кнопочки, и они их вывели. Это круто. То есть вот хотелось поругать непосредственно за то, что нет кнопок, а они их все-таки добавили, хотя могли этого не делать. И вот это вот очень правильное решение. Помимо этого всего, естественно, яркость этого дисплея полностью меняется. Так же, как меняется яркость головного дисплея, так же, как у нас меняется яркость приборки. То есть все это меняется. Давайте сейчас с вами разберемся с местом в салоне. Это большая машина, ее должно на всех хватать, и в целом интересно. Кто сюда влезет? Смотрите, я сажусь на свое водительское место. Мне очень комфортно, очень удобно, я сижу вальяжно. Теперь я пересаживаюсь непосредственно на место за собой. Вполне много места. Даже вот так покажу. Даже вот так покажу. Даже вот так, я не знаю, покажу. Линейка есть? Нету. Вот, и у меня нету линейки. Другую доставать не буду. Так вот, но у нас есть еще места сзади. И в Cherry Tiggo 8 обзоре был такой прикол. Я не знал, как залезть назад правильно. Я не додумался, что это с правой стороны происходит. Я делал следующим образом. То есть я брал вот эту сидушку, нажимал, опускал ее и залазил туда. Еще думал, а почему так странно это все реализовано? Потому что, ну, надо же книжку почитать, инструкцию почитать. Или хотя бы полазить назад больше, чем одну попытку за месяц использования, да? Поэтому я этого не сделал. Потом в комментариях очень умные люди подсказали. Типа, ты такой как бы глупый, справа залезь. Справа все, конечно, гораздо проще, и мы не ищем легких путей. То есть у нас есть отличная кнопочка, мы ее нажимаем. Сидушка еще и отъезжает, и вот попробую я залезть непосредственно сюда. Ну, так мне прям вообще комфортно. Места куча, но надо же ее пододвинуть.
Даже вот сильнее я ее прям пододвину. А, Саня, можешь ее как-то на меня сдвинуть? Дай мне камеру. Вот. И мы посмотрим. Вот он, у меня, вот он ее на меня сдвинул полностью. Даже больше, чем надо, кстати. Да, не надо. И самое интересное, что я понимаю, что это выглядит грустно, но я тут сижу. Если мне нужно будет проехаться, я не знаю, там 50 километров, вполне проедусь. А если я перемещусь сюда, то вы увидите, что здесь, в принципе, вполне нормально. Надо только подголовник выше поднять. Если у нас регулируется сидушка, а она не регулируется никак, ну тогда да, конечно, это все-таки места больше для детей. Но при желании я здесь проеду. Резюмируя все вышесказанное, вот по факту, в салоне, по ощущениям, потому что ты видишь, это Cherry Tiggo 8, но с большими исправлениями. Панели стали поприятнее, дисплей другой, тема оформления, естественно, другая. Сидушки такие же хорошие, такие же как бы вот реально качественные. То есть, ну, нет ощущения Китая, это самое главное. Ручки такие же, вставки Tiggo. Вот, кстати, классная вставка, вам ее там не видно, но я снимал облеты, должно быть видно. И вот ты на ней едешь, и по-прежнему, как и Cherry Tiggo 8, ты кайфуешь. В плане того, что ты чувствуешь, что это вполне себе хороший самобытный автомобиль. Если мы скажем про автосвет, ну вот смотрите, на Cherry Tiggo 8 были другие фары. Они были менее красивые. Они были рефлекторные, но они светили очень круто. Там такой яркий свет. И он настолько хорошо застилал все, блин, не пятнами, как там на Audi бывает, да? Без матричных фар, естественно, нет. На матричных фарах на Audi все круто. Просто LED-фары, да? Очень круто все было. Здесь у нас уже линзы билет, там все дела, там. Хороший, приятный свет. Достаточно мощный, но не такой божественный, как на восьмерке. На восьмерке он был прям суровый. А тут всего в меру, все классно. И современные фары на восьмерке прям вот песня. Для тех, кто до сих пор не заметил, у меня новый инстаграм. Инстаграм теперь у меня andrey.barsukov. Старый почему-то удалили. Почему? Не знаю. Ну и помимо этого, как вы заметили по последним видосам на канале, видосы становятся интереснее, становятся покрасивее, получше смонтированы, ну и в целом покруче сняты. И часто вы видите видосы из Москвы. Это говорит о том, что я уволился с работы и более плотно занялся каналом, но не только. Помимо этого, я также еще более плотно занялся чип-тюнингом, потому что меня очень сильно бесит одна тема. Когда люди покупают прошивку там за 3, за 4 тысячи рублей, да, там по Олюс какой-нибудь, и льют их нормальным пацанам, которые хотят получить результат, по 20 тысяч рублей, в итоге ни результата, деньги огромные потрачены, да, какая-то жопа происходит, клиенты по факту кинуты. Меня это, короче, все взбесило, и я через свои какие-то связи начал также прошивать автомобили, но уже хорошими прошивками. Да, я там, получается, этого не так и много, но не столь важно. Мне больше интересно, чтобы люди были довольны. Так что, если кому-то нужны прошивки на вашу машину, пожалуйста, пишите в личку, в Инстаграм, я всем отвечу. Ну и также еще попутно, так как все-таки заработать хочется, начал заниматься автоподбором. У меня есть представитель в Москве, представитель, причем, который работает уже очень-очень много лет и работает хорошо с целой кучей оборудования. И я в Черноземье сам лично тоже занимаюсь. По ценам в Москве в среднем это 25 тысяч рублей под ключ, в то время как у всех 35, 40, 45. В Черноземье это 15 тысяч рублей, это лично я беру. Так что пишите в Инстаграм авточек, вот он у вас снизу высветился, и там уже исключительно только вопросы автоподбора. Ну а мы погнали дальше смотреть видос про Cherry Tiggo 8 Pro. Гарантийные моменты, гарантийные вопросы. То есть, да, все мы знаем, что китайцы все равно, ну, по-любому будет китайская машина как-то ломаться. Но что там будет с гарантией? Да, я уже не раз говорил про количество лет. Это 7. Здесь премиум бренд, Германия, Mercedes-Benz, 2 года. Это GLA 45 AMG. Это еще и AMG, все равно 2 года. Но давайте поговорим о том, что же тут ломалось. Это не самая ломучая машина, ни в коем случае нет. Mercedes вполне себе более-менее даже, но вот отвратительное обслуживание от официального дилера – это отдельная история. Смотрите, 70 тысяч километров пробега, до 30 тысяч километров пробега у меня рыгает задний редуктор. То есть, ну все, он умер, ему хана. У меня умирает термостат, все, ему хана. А знаете, сколько мне меняли этот термостат? Более месяца. Каждые 2 недели я приезжал на какое-то обнуление, какую-то перепрокачку антифриза, и он оживал, работал 2 недели, начинал опять работать плохо, температура не поднималась более 60. Короче, они его задолбали так, что он наконец-то сдох полностью.
И только тогда мне его поменяли, когда он просто вообще полностью перестал функционировать. Причем, я показывал видео, что машина остывает в движении. Мы ездили, смотрели с непосредственно мастерами там цеха и так далее, что да, она остывает в движении. Да, там были ошибки, но мне его поменяли только тогда, когда он полностью сдох. Так же, как и редуктор. Когда он захрустел, мне его поменяли. Второй термостат вот опять подходит, прошло 30 тысяч, там чуть более с замены первого, и вот он тоже помирает. Но стало тепло, май на дворе, и ввиду этого, да, снег там лежит в прикол, конечно, мы просто возле катка, и стало так, что все, вот мне говорят, ну пока он как бы у тебя снова опять не сдохнет, ну как бы можешь к нам особо не ездить. Ну ты, конечно, езди, мы тут что-то подиагностируем, диагностировали опять пару раз, я махнул рукой, сказал, нахрен, я его лучше уже сам поменяю, с таким отношением. Что у меня еще умирало? Хром весь пошел, там зацвел, и мне это не хотели никогда менять. Я каждый раз был вынужден практически доказывать, что у меня что-то неисправно. Вот оно отношение Mercedes-Benz, Mercedes там Benz Россия, не знаю, может местный дилер у нас так относится классно. Но в итоге с этой машиной в плане гарантийных ремонтов я мучаюсь. Поэтому я решил в конце мая просто положить на эту гарантию и просто обслуживать эту машину сам. Потому что ты приезжаешь, платишь более 5 с лишним тысяч рублей за норма час, и к тебе так относятся. Так что у китайцев все явно не так плохо, потому что если у вас что-то где-то заскрипело, что-то где-то поломалось, вы приезжаете и говорите, вам меняют. У вас что-то где-то зашумело, вам меняют. Вас не спрашивают, что, почему, где, докажите. Вам просто это меняют, чтобы вы были довольны, потому что вы купили бюджетный автомобиль, который старается, ну, как бы вылезти повыше в плане отношения к клиенту и обслуживания. Вот здесь мне китайцы очень нравятся. Mercedes-Benz – самое дно на рынке. Я даже думаю, что в автосалоне «Лада» не хуже, честно. Вот более днищенских обслуживаний я нигде никогда не видел. Ну а мы с вами перейдем к вопросу, а зачем на заднем фоне вообще стоит Audi? Пойдемте посмотрим. Приходит сезон, и настало время поговорить про резину. То есть какой-то снег еще не сошел, где-то он только недавно выпал, вроде как уже и май, но народ начинает активно перебываться, кто-то уже переобулся, и у кого-то нету резины. В личку летит много сообщений. Касательно взять ли Китай, не брать, давайте я вот в этом видосе вам расскажу свой личный опыт с Китаем. Я брал 3 комплекта китайской резины. Первый мой комплект это был Triangle TH201, это самая отвратительная китайская резина, на которой я когда-либо ездил. Это просто засада, в дождь не держит, по холоду не держит, просто не стоит ее брать, реально. Я на ней покатался неделю и продал ее, потому что ну, в этом не было смысла. Если мы говорим про Сайлун, по-моему, называлась резина. Ну, тоже как-то были к ней вопросы и достаточно сильные. После этого я взял себе Powertrac City Racing. Им я остался доволен, я на нем откатался год, стер его в ноль, все круто. Но у меня есть несколько знакомых, которые поездили на нем 2 года. И на 2-й год она у всех полопалась к чертям. У меня есть даже эти фотографии, как сильно она полопалась, что с ней стало. На 2-й год, даже там год с лишним, после того, как она зиму полежала в хорошем месте, разутая, то есть даже не на дисках. И вот такое случается. Что же купить, чтобы была и гарантия, и по ценнику было приятно, потому что европейская резина сейчас стоит космических денег. То есть на вот эту вот Audi, тут 300 сил, там Stage 1, да, EPR, и у нас здесь получается резина 18, 255, 45, 18. Мишлен на нее стоит от 12 или 13 тысяч рублей за одно колесо. Поэтому ну, мы живем в России, ситуация у нас не самая лучшая сейчас. Сюда поставилась резина Viatti. Viatti, Strada, Symmetrica. Машина держит свои 300 сил, она едет, она нормально рулится, она не шумит. При этом у нас есть гарантия, при этом резина производится у нас, между прочим. И что у нас происходит с этим совсем? Ценник, ценник. 20 с небольшим тысяч рублей всего лишь за все это. С шиномонтажом. Волшебно. Так что, ребята, если кто-то не определился, если у вас не самая там нереально едущая быстрая машина, очень даже хороший вариант. Если же у вас спортивный автомобиль, на котором нужен лютейший зацеп, вас ждет полуслик, который стоит очень дорого и стирается очень быстро. Других вариантов у вас, к сожалению, нету. Что же хотелось бы сказать в подведении итогов? 2 дня тест-драйва. Я посмотрел на эту машину, я поездил. Вчера я на ней только ездил, я не снимал ничего, потому что мне было интересно посмотреть, как она. И вот я могу ее сравнить с ситуацией сейчас на рынке с телефонами. Смотрите. Вышел не столь давно Samsung S21, да, iPhone 12 Pro, и потом залетает просто на рынок Xiaomi Mi 10T Pro, то ли Mi 20T Pro, я не помню название, честно, вот реально не помню название, они слишком часто выходят, так же, как эти автомобили. И как вы видите, у меня дешевый телефон, я не парюсь, да. И он просто разнес топовые марки и модели по дисплею, по камере, по звуку, по всему.
по процессору, просто он уничтожил их по всем тестам, по всем нюансам. Но здесь мы получаем, в принципе, такую же картину, что машина вышла, и среди конкурентов она реально крутая. У нее единственная проблема – она китайская. И, скорее всего, максимум через 2 года мы увидим Cherry Tiggo 9, которая уже будет продаваться. А потом и Cherry Tiggo 9 Pro. И они быстро и часто выходят, но они улучшаются. И в отличие от телефона, мы получаем здесь 7 лет безопасности. В плане чего? Вот мы ее купили, мы отдали за нее, к примеру, 2 миллиона рублей, там, не в самой жирной комплектации. И что мы с вами получаем? Мы получаем 7 лет обслуживания, и если что-то у нас ломается, это будет нам бесплатно. То есть вот я купил свой Mercedes, как вы уже видели в ставке, да? И я вам скажу так, во-первых, я очень много плачу денег на ТО. Банальная замена масла в муфте, в редукторе и в заднем, это 10 тысяч рублей. Заехать поменять масло в моторе со свечами еще и с задним редуктором, я думаю, это уложится где-то в 40. Как бы очень немало, согласитесь, да? И при этом, когда я приезжаю на ТО и говорю, ребята, у меня вот там термостат сдох, надо по гарантии бы поменять. А мне говорят, докажи, что он у тебя сломался. Ты показываешь, вот ошибка, вот температура. Не, это еще ничего не значит, сейчас мы попробуем его типа оживить. Здесь такого не будет. То есть, если вы приедете, у вас, к примеру, проблемы с термостатом, вам его просто поставят новый и скажут, езжай дальше, все отлично, если что, приезжайте еще. И вот если дальше у китайцев будет такое отношение к гарантии, если у нас будет 7 лет, потом 10 лет в Китае, по-моему, 10 лет гарантии на эти автомобили, у них, кстати, комплектация чуть поинтереснее. И если у нас на ТО не будет возникать никаких проблем, что типа, если что-то сломалось, тебе тут же меняют. Да это замечательный автомобиль, обслуживать его недорого. Если что-то ломается, тебе это меняют на новое. За 7 лет можно наездить очень немало. То есть 200 тысяч километров, по факту, ты обезопасен. Покупай на нее каско, радуйся жизни. Вот именно для этого эти машины китайские. Многие из вас не понимают. Многие говорят, типа, вот, продались, вам заплатили денег. Ни копейки. Если кто-то хочет мне заплатить денег, пожалуйста, скидывайте. Я только с радостью. Я ее взял, сам покатался, чтобы выпустить на канале интересное видео, показать вам новые китайские автомобили, ну и самому потренироваться в съемках и ведении роликов. Всем спасибо, с вами был Барсуков Андрей, YouTube-канал Neverstop. Подписывайтесь также на мой новый инстаграм andrey.neverstop, потому что старый по-прежнему удален. Раз, тут все пишется. Короче, Саня замечает такой момент, что, о, жужжать перестал. Я не знаю, будет ли это слышно на записи, но, короче, вот там постоянно работал насос. А это самое красивое место, потому что машина красная, а тут все зеленое. И хочется снять максимально интересно и красиво. И вот вышла Cherry Tiggo 8 Pro. Вышла она уже не так. Ой, начальник имеет поломанал. Ой, блядь! Если вы думаете, что это легко, нет, это вообще не легко. Прям совсем нет. Очень трудно сниматься с Андрюхой. Ну ничего, стараемся. Club will go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me.